Пошел, пошел, пошел. О, ребята, посмотрите, мы обогнали мотоцикл. У нас супер тачка. Эй-эй-эй-эй, она не едет, ребят. Вот, вот она поехала. Да, погнал, чувак. Ой-ой-ой, на бомбе подорвался я. Ой, второй раз. Да что ж ты будешь делать? Давай обгоняй этого мотоциклиста, который вот здесь пытается нас победить. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру под названием Drive Ahead Sport. Так, ну что ж, ребят, давайте попробуем, что так, забей два голов, нажми для продолжения. Ну что ж, ребят, ну что ж, давайте попробуем забить ему гол. Два гола надо ему забить, вот так вот, мячик пошел, подожди, давай, и... Ай, он отбил атаку, ребята, он отбил атаку, и теперь мне... А, я сам себе забью гол, что ли? Да что ж такое? Сам себе забил гол. Разве такое возможно? Ну что ж. Бабах. Эй. Да как так получается? Да опять я второй гол сам себе, что ли, забиваю? Как перевернуть мяч? Ой, да что такое, а? Так, два гола забил, но забил себе, ребят. Неплохая попытка. Так, ну что ж, давайте дальше продолжим нашу игру. Еще раз хочу повториться, что игра у нас взломанная, у нас денег миллиарды, и мы можем с вами покупать все, что хотим. Так что, ребят, погнали. Так, поздравляем тебя, тебе вручается твоя первая бронзовая звезда. Поехали. Все, давайте, ребята, погнали в нашу игру. Игровые задачи. Так, новая задача через сколько там? Все, погнали. Не тормози, собери. Так, собери 10 призов, нажми для продолжения. Так, мне нужно собрать 10 призов, ребят. Ой-о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 й. Посмотрите, как круто. Все, ребят, задача выполнена. Отлично. Все, это мы сделали. Давайте продолжим дальше. Так, забей 3 очков для продолжения, нажми. Так, забить надо чем? Вот этим мячом, что ли? А, все, понял, надо забить ему, да? Давай, а, это американский футбол, и мне ему надо, нужно забить. Ой, куда я сам себе забил? Да что ж ты? А, это не сам себе, это мне нужно было забить куда угодно, да, отлично. Так, все, супер, задача выполнена, ребят, мы выиграли. И переходим дальше. Так, ну что же здесь у нас дальше? Какую нам задачу теперь дадут на этот раз? Так, испытание дня. Вот, ребят. Что здесь такое? Так, набери как можно больше очков за отведенное время. Погнали. Бау! Ай, не попал. А, нет, попал. Ура, 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 ура. Так, тихо, тихо, тихо. Бом. Давай, давай, давай. Ай, да что ж ты. Бум. Давай мячик, пускай мячик попадет туда. Да что ж ты не едешь совсем. Я хочу забить этот мячик, чтобы он попал в корзину. Бум. Да что ж такое-то, а? А этот чувак, короче, мне мешает, чтобы не хочет, чтобы я попадал в корзину, ребят. Мне нужно за вот это отведенное время, которое осталось, забить кучу, короче, мячей в корзину баскетбольную. Ура, второй раз забили. Отлично, отлично. Так, нам надо 3. Давайте заново возьмем, потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эй-эй-эй, подождите, куда мне мячик этот забивать? Бяум. Подождите.
Ура, ребятки, первый мячик залетел. Давайте второй. Давай второй, пошел. Ура, ребята, и мы вместе с ним со вторым мячиком. Давайте хотя бы три мяча уже забьем, ребята. Ну что ж такое, а? Дайте проехать. Все, две, одна секунда. Все, ребята, время вышло. Не хватило мне немножко. Так, профессиональный 1-2 игрока. Давайте выберем. Да, ну что ж, давайте, давайте, давайте. Поехали. Так, забей 3 очка. А где же мяч? Или чем я буду забивать-то? Ой. Ой-ой-ой-ой. Опаньки, ребята, я забил не себе. Ой, себе, то есть, а не противнику. Да что ж такое, хоккей? Ой-ой-ой, подождите, носорог. Носорог, подожди, пожалуйста. У меня здесь, я сам себе не хочу забить. Реально, носорог, подожди. Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. А, этот плохой носорог хочет забить мне гол, ребята. Только не это. Я не хочу этого. Я этого не хочу. Ай, все, ребята. Мне забили второй гол. Ну ничего, мы не сдаемся. Баум! Мы вот так вот. Да-да-да, ребята. 2-1. Очко синему. Так, мы сделали это, да. Давай, давай, ура, отлично, отлично, просто супер. Вау, это кто первый, типа, да? Вау, мне надо первым до финиша добраться. Ребят, танк ведет, как так? У меня спортивный автомобиль, а он на танке. Реально первый поехал. Я реально отстал, как так, ребят, давайте заново. О, это что-то другое. Бум. Отлично, 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 отлично. Вау, 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 вау. Только не мне, только не мне. Получи. Ну, ай-яй-яй-яй-яй. Поздно я своего шарика забросил туда. Ну ничего, ребятки. О, футбол. Бабах. Бабах. Давай гол. Баум. Ох, да что ж ты будешь делать-то, а? Тут даже меня занесло, ребята. Да это вообще годится. Посмотрите на это. Ой-ой-ой. Мы соперника чуть не раздавили. Ой-ой-ой-ой-ой. Мяч, мяч. Баум. Баум. Нет-нет-нет. Я не хочу, чтобы мне гол забивали. Я лучше буду забивать голы. Я забью голы, я много голов. Ура, ребята, я забил гол. Отлично, ура. Так, что дальше у нас? Баунс. Да он мне хотел забить. Нет, 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 дорогой, это я тебе забью. Дум. А так не считается, наоборот. Нет, наверное, не считается. Ребята, что же делать, а? Ну, хоть один, залетите, залети. Реально, такой дурдом, пожалуйста, хоть один. Все, мне залетел. Это, конечно, очень серьезно. Так, ну что, сбрасывайте шайбу. Шайбу, шайбу. Вау, что ж ты делаешь-то? Давай, вау. Шайба не забил. Ай, ребята. Сам себе забил шайбу. И красный победил. Да как так-то вообще возможно? Объясните мне просто, пожалуйста. Да. Формула 1 хочет мне забить гол. Нет, 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 дорогуша. Это я тебе забью. Ха-ха-ха-ха-ха. Ура! Отлично, отлично. Просто супер. Вот. Тихо, 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 тихо. Нет, так не считается, дорогой. Играй по правилам. Играй по правилам, дорогой. Эу. Забил мне все-таки красный. Очко одно.
Давай, 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 давай. А, давай, давай. Ура! Отлично, отлично. Просто супер. Гольф мы выиграли. Так, гонка пошла. Как-то так непонятно-то, ребят, она у меня не едет. У всех едет эта машина, а у меня нет. Вау! 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 Отлично, отлично, ребят. Посмотрите, на какой скорости мы с вами едем. Давайте, скоро должен быть финиш уже, я так думаю. Да, ребятки, и синий победил. Это просто отличная победа, отличная. Раньше мы такого не встречали, потому что еще толком не умели играть. А здесь получилось так, что мы с вами постоянно пытаемся выиграть эту борьбу. Ура, гол, ура, ура, отлично, отлично, просто супер. Ну, гоночки, погнали, погнали, погнали. Нам надо обгонять эту Формулу-1, которая хочет нас обгонять. Давайте мы сейчас покажем, на что мы способны. Вау. Вау. Ой, меня она обогнала. Ребята, давайте обгоняем форму. Да что ж ты будешь делать? Уйди, уйди с дороги. Дай мне проехать, пожалуйста. Дай проехать мне. Вау, вау, вау. Круто. Все, ребят, мы вырвались вперед. Мы на финише. Нет, 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 я не хочу проиграть, пожалуйста, нет, 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 красный забивает, да что ж ты будешь делать, а? Ну ничего, ребят, ничего, не нужно отчаиваться, не нужно отчаиваться, проигравшему тоже приз, всегда так бывает, не могут все постоянно выигрывать, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, так что нужно, ребят, чтобы была справедливость. Пошел, пошел, пошел. О, ребята, посмотрите, мы обогнали мотоцикл. У нас супер тачка. Эй-эй-эй-эй, она не едет, ребят. Вот, вот она поехала. Да, погнал, чувак. Ой-ой-ой, на бомбе подорвался я. Ой, второй раз. Да что ж ты будешь делать? Давай обгоняй этого мотоциклиста, который вот здесь пытается нас победить. И мы реально, да, ай-яй-яй-яй. Давай газу, 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 газу. Пожалуйста, выиграй, 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 выиграй. Давай газуй, чувак, газуй, газуй, газуй. Да как ты так мог? Ё-моё, проиграл. Ну ничего, ничего страшного. Все отлично, ребят. Все просто супер. Все просто супер. Так, погнали. Жум-баум. Как так-то? Опять я себе, вот сам себе вот забиваю с легкостью, а ему не могу. Что такое? Что не так, а? Что не так? Да что ж ты будешь делать? Ребята, спасите, кто может, помогите, пожалуйста, я не могу забить шайбу. Да что ж такое-то? Сколько можно этого терпеть? А ну давай, ура, 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 забили шайбу. Отлично, просто отлично. Так, вот дальше, опять шайба. Бам, ооо, ударил прямо мне в ворота, ребята. Прямо мне в ворота попала шайба. Так, третий уровень. И, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я хотел ему забить, а он мне ведь только забьет. Да, как так-то, а? Ну, бывает и так. Ну, ничего страшного, не стоит плакать, все будет хорошо, все будет просто отлично, ура! Забили, забили, ему гол все-таки отлично, просто супер. Так, здесь что у нас? Что у нас здесь такое? Так, подождите. Дайте мне ударить мяч. Да уйди отсюда, вас со своей палкой, дай мне ударить мяч. Ну все, хорошо. Ребят, посмотрите, полная сумка, корзина мячей. Они там застряли все, реально. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вон мячик только что синий был. Если бы не те два мяча, я бы забил бы уже гол, ребят, реально, посмотрите. Да что ж ты будешь делать? И красный все-таки побеждает. Я до доли секунды не успел забросить свой мяч. И красный побеждает. Ничего, ребят, ничего. Все это относительно понятно. Все это, да. Так, играть 2 на 2. Отлично, погнали.
down. Вау, круто. Подожди. Опаньки, не успел, не успели, не успели. Так. Кто здесь? Ах, это ты, олень, безрогий, на джипе. Ты что, такой крутой чувак? Да, ну мы сейчас посмотрим, посмотрим. Вот на самом деле. Ура, ребята, мы сделали это. Тихо-тихо-тихо, стоять, только не себя. Ай, да что ж. Я отбил атаку, отбил, ребят, реально отбил, посмотрите. Я как мог отбивал свою атаку. Ура, падаю. Да что ж такое, ребят, как дальше так жить можно? Ну все, он ударил меня прямо в ворота. Ну ничего страшного, все хорошо, все замечательно. Мы продолжаем нашу игру, мы продолжаем сражение и не сдаемся. Вам, ай, опять на забил. Чего такое бывает иногда. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был, как всегда, Юра. Обязательно подписываемся на мой канал, обязательно ставим пальчик вверх, обязательно оставляем комментарий. И до скорых встреч, дорогие друзья, на канале Вечное Детство. Пока-пока.